посмотрели вчера, посмотрели, понятно, что это от, мы считаем, и вы так считаете, что это одно из самых первых, или, может быть, первое кирпичное здание города Саратова, которое имеет неуточненные сроки, но приблизительно это 18 века, его первая половина, да? Там на сегодняшний день проживают люди, здание не признано аварийным, программу отселения из ветхого, из аварийного жилья не попало, там несколько квартир, там 3-4 квартиры съемщик, надо уточнить, по моим данным 3. Поэтому необходимо его отселить, найти механизм отселения, и самое главное, источники для того, чтобы отселить. А дальше это здание передать музею, а то, о чем Захаровна говорила. Потому что это будет правильное решение, единственное, надо найти все механизмы для реализации.